Я вітаю вас в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Шановні друзі, і якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – красота, здоров'я. І що для цього потрібно? А що для цього потрібно, ми дізнаємось у нашого сьогоднішнього гостя – інструктора з йоги В'ячеслава Каменєва. В'ячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Очень-очень рады видеть вас снова в нашей студии, потому что вы – это целый кладезь мудрости. Мудрости того, как нужно жить и не тужить. В'ячеслав, итак, тема нашей сегодняшней программы – красота и здоровье. И что для этого нужно? Красота и здоровье – это две составляющие нашей жизни. Без красоты вообще невозможно жить. – Но и без здоровья тоже как-то жить сложно, правда? Потому что если ты себя плохо чувствуешь, то как-то и красота даже уже и не нужна. Итак, Вячеслав, красота, здоровье, и что для этого нужно? Будьте добры. Еще раз добрый день, дорогие телезрители. Сегодня тема нашей беседы – красота, здоровье, и что для этого нужно? Для этого нужно быть энергичным человеком. Человек, который красивый, он и здоровый, при этом всем он обладает энергией. Какие техники или практики, мы сегодня поговорим о дыхании. Я расскажу, как правильно дышать, и что развею мифы о том, что такое йоговское дыхание на самом деле, как правильно дышать, и выражение «вздохните там полной грудью», как правильно это сделать и дышать. Подождите, извините, да, что я вас перебиваю. То есть красота и здоровье зависят от того, правильно ли мы дышим в какой-то то, мере. В какой-то мере, да, имеет значение. То есть получается, что человек, который здоровый, он и красивый, потому что он красив изнутри, у него есть энергия. Он харизматичен, он приятен людям, то есть люди тянутся к такому человеку. А дыхание способствует этому процессу. Мы поговорим позже. Вначале я хочу рассказать немножко о здоровье, красоте и что для этого нужно. Так, рассказывайте. Здоровье и красота. Здоровье, красота. Здоровье, красота тире равно энергия, я бы сказал. Откуда нам брать энергию вообще? О чем я бы хотел бы затронуть тему? Мы все, у нас есть папы, мамы, бабушки, дедушки. То есть напрямую наше здоровье, наше самочувствие и наш успех в жизни, как не банально звучит, связано с родителями. То есть если ваши родители здоровые, счастливые, радостные, они это могут передать вам. Но увы, если ваши родители болеют, омрачены жизнью, то есть это состояние чаще всего они передают своим детям. Поэтому напрямую очень важна связь, то есть как связь родовых каналов, то есть как есть даже выражение там генетические заболевания, да, наверное, слышали об этом, то есть что передается по наследству, да, то есть по наследству нам родители передают много чего, как и хорошего, так и плохого. Но самое главное, что отчаиваться не стоит и унывать в этом всем. Почему я затронул эти два слова? Потому что когда человек отчаивается или унывает, он теряет что? Энергию. То есть идет отток энергии. Соответственно, он истощается. Ни о каком здоровье и ни о какой красоте, да, говорить не приходится. Поэтому первым делом я призываю людей не отчаиваться, не унывать. Даже в христианстве считается одним из самых больших грехов – это отчаяние и уныние. Почему? То есть человек опускает руки, все, у него нет энергии что-то поменять. То есть идет отток, жизненных сил не хватает. Поэтому я вас призываю укреплять свой дух. Когда люди приходят ко мне на занятия, я иногда слышал такое выражение: «Я сегодня не в духе». Возможно, вы тоже это слышали, да, часто? Ну, я, да, не чуть в духе. Что-то, я сегодня не в духе. Я не в духе. Там, не что хочу. Это значит? Угу. Что дух этого человека слаб. То есть он слаб изнутри. Воли у него нету противостоять апатии и унынию. Поэтому первым делом я призываю вас укреплять свой дух, укреплять свою волю. Что для этого возможно, то есть какие действия? Ну да, укреплять дух, укреплять волю, но должны, просто так же, что ты не скажешь, дух укрепляйся, воля укрепляйся, вот. Нужны какие-то действия. Действия. Давайте начнем с телесных практик. Самое простое, что я призываю вас, то есть это не то, что самое простое, вариаций много. Начните закаливаться, обливаться холодной водой, выходить там на пробежку, делать какой-то ритуал. Я призываю вас просто делать определенный ритуал. То есть, когда я иду купаюсь на речке, это ритуал, это всего лишь ритуал определенный. То есть, каждый день я подтверждаю пространству, Богу, что да, я хочу жить, я хочу решать свою проблему. То есть, в каком бы состоянии настроения я не был, там, проблемы какие бы ни были, там, как, сколько у меня энергии, там, какое настроение. То есть, я иду и делаю это. То есть я подтверждаю.
и мой дух становится сильнее. Ну, дух понимает, что с вами шутки плохие, потому что хочешь, не хочешь, а вы его да, просто тащу на заставите. Речку и заставляю. То есть мы укрепляем силу воли. И таким способом, то есть вы становитесь сильнее. И вы тогда готовы решать свою проблему. У вас появляется энергия на решение своих проблем. Голодание. То есть о голодании можно говорить долго. Я просто вкратце скажу, почему тоже это одна из эффективных практик. То есть, когда мы голодаем, да, то есть мы подавляем свое эго, да, то есть то же самое, мы боремся или работаем со своими слабостями, да. Слабости – это там сладкое, алкоголь, кофе, и пошло-поехало, да. А сутки голодая, то есть мы укрепляем свою волю, сила духа, да, растет. Ну, не знаю, Вячеслав, насчет голодания, не знаю, телезрители, как вы, ну как-то я голодать. Я не призываю вас голодать, это на самом деле голодать может здоровый человек, то есть, но это как вам момент для размышления, то есть это одна из вариаций конечно. Работы над телом, над умом и духом нашим, укреплять наш дух. Сегодня я проснулся утром и говорю, я сегодня ничего не ем. Нет, но есть определенные техники, то есть определенные системы, там Иванова, например, система, там купание, голодание, то есть, пожалуйста, вариаций много. Еще раз повторю, мы забиваем голову всяким мусором в интернете, то есть там начните уделять внимание себе. Тот человек, который любит себя, он ищет информацию, чтобы решить свои проблемы, а не ходить там по церквям, больницам. И так далее. Я не говорю, что это плохо, просто я еще раз призываю людей искать проблему в себе и решать ее. А сегодня, да, мы говорим о укреплении духа, то есть вот, укрепить свой дух, укрепить силу воли. Для чего это также надо? Потому что человек на самом деле слаб, очень много зависимости, заметьте, в мире у людей. То есть когда человек укрепляет свою волю, тогда он уже справляется со своими зависимостями, со своими слабостями, да, а их на самом деле... алкоголь, там, пошло-поехало. То есть человек сильнее, чем его зависимость. Тогда он может от нее отказаться, потому что зависимость – это тоже отток энергии. Отток энергии, у нас нет энергии. Что? Мы тогда теряем красоту, да, силу и здоровье. Мы быстрее стареем и так далее, поэтому… Да, Вячеслав, весь мир – это потоки энергии, которые пронизывают и мир, и людей, и все пространство вокруг. Это безусловно. И для того, чтобы управлять этими энергиями, в какой-то мере можно даже научиться. И вы говорили о том, что если мы начнем правильно дышать, телезрители, внимание, сейчас Вячеслав нам расскажет, как правильно дышать. Вы умеете правильно дышать? Нет? Внимание на экран. Вячеслав, итак, правильное дыхание. Правильное дыхание. Вот сейчас вот сидим сейчас, с вами да. дышим. Сейчас да? мы начнем практику, еще 2 минуты по поводу пранаям. То есть, кто знает, это системы дыхание, йоговские системы – это целая наука, целое там, искусство, можно так назвать. То есть, там, мы сейчас поговорим о самом простом, правильном дыхании. Ну, конечно, то есть, не будем касаться пранаям, да. но просто я хочу сказать… А пранаяма – это что? Это наука о дыхании, да? Да, да, да. Это искусство целое, это целая школа там, дыхания, есть определенные техники, которые да помогают что? Работать Ничего над себе. Телом, умом и душой. То есть, если ты овладеешь техникой дыхания, ты, можно сказать, и овладеешь чем-то еще? Если ты овладеешь техникой дыхания, то есть, смотрите, весь мир поглощен в технологии, да, ритм жизни ускоряется. Мы живем в среди, ну, не самом большом городе Украины, мира, то есть, большие города, большой ритм. У нас так же само. То есть, стрессы накапливаются, напряжение. Люди решают этот вопрос чем? Ну, давайте по правде говорить, да, алкоголь, табакокурение, беспорядочные сексуальные связи и много всего остального. Я не говорю, что это плохо. Ну, это ведет к тому, что мы теряем опять здоровье, да, сегодня тема беседы, красоту и силу. Техники пранаям помогают человеку расслаблять ум. Когда мы расслабляем ум, тогда расслабляется тело. Тогда мы доходим до своей души, и тогда, возможно, мы можем разобраться, что в нашей жизни идет не так. Mm-hmm. Когда человек пришел ко мне, например, был на йогу недавно, клиент, и говорит, у меня много раздражения, как мне справиться с раздражением? Я говорю, тебе не надо с ним справляться, то есть есть 2 пути. Ты либо его выплескиваешь из себя, да, на других людей, ну как вариант, да, чтобы в себе это не держать, либо ты сама себя разрушаешь этим. Человек позанимался йогой, мы подышали хорошо, после занятий человек говорит, это ушло. То есть отлично, но это мы справились со следствием. То есть, хочешь справляться с раздражением, приходи чаще на йогу, либо решай проблему. То есть, это следствие, надо важно еще знать причину. Чтобы знать причину, ну, для начала надо успокоиться, расслабиться, мне кажется, и справиться с этим раздражением. Потому что раздражение – это как подсказка, да, что в нашей жизни что-то идет не так, да. Поэтому техники дыхания также убирают это раздражение.
и дают нам состояние легкости, в котором мы можем понять, что нас не устраивает, и уже тогда разбираться, как это принять, да, потому что все сводится опять же к принятию. Ну да, правильно, как ты принимаешь, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Поэтому сейчас, господа, мы с вами будем учиться дышать. Смотрите, первое, да, хотела еще раз рассказать. Заметьте, как маленькие дети дышат. Кто замечал? Дети дышат животом. Почему? Потому что диафрагма у маленьких деток, она раскрыта, она не зажата. У нас у всех взрослых, 99 или, ладно, 8, может кто-то все-таки дышит правильно, она у нас спазмируется. Диафрагма, потому что вследствие стрессов, страхов, еще каких-то моментов. Диафрагма спазмируется. Вот, да? Когда мы говорим дышать полной грудью, первым что делаем? Мы раскрываем плечи, поднимаем их и делаем вдох. Заметьте, что в этот момент происходит. Плечи поднялись, грудная клетка поднялась. Мы не можем набрать большой объем воздуха, потому что поднялись плечи. И пресс напряжен, живот, диафрагма зажата. То есть мы уже не можем набрать полные легкие воздуха. Для начала что мы должны сделать? Сесть ровно. Телезрители, ну-ка, давайте быстренько сели. Да, опустили все. Плечи. Это вы так же самое делаете. Да, выравниваем спину. Выровняли спину, так. Максимально опустили плечи, раскрыли грудную клетку и расслабили мышцы живота. Пресс. Мышцы живота пресса максимально расслабили. Расслабили. Телезрители, расслабляем. И делаем глубокий вдох животом, максимально надувая живот. Вдох, живот надувается. Так, вдохнули. Выдох, живот сдувается, максимально втягиваем живот. Не напрягаем мышцы пресса, а втягиваем их в себя. Втянули, вдох, живот надувается. А дышать чем, носом или ртом? Стараться носом дышать. Носом, угу. Выдох. И только животом. Слушайте, ну все равно что-то дышится и тут. Вот стараться, правильно, мы на самом деле мы не животом, мы дышим легкими. Просто мы делаем вдохи, выдохи животом. Для чего? Чтобы опустить диафрагму. Что это значит? Если мышцы живота, пресса расслабятся, диафрагма опустится вниз. Нижние ребра разойдутся в стороны, и дыхание будет более глубокое. А, и мы насыщаем. Мы насыщаем свой организм кислородом. Я сейчас объясню, зачем. Это на самом деле йоговское дыхание, это простое, нормальное человеческое дыхание. Это не какие-то там забубоны. Вот сейчас мы дышали йоговским дыханием. Вдох. Максимально живот надувается. Угу. Выдох, живот сдувается, втягиваем. Но не напрягаем прям мышцы пресса. То есть наша задача расслабить мышцы брюшной полости, расслабить мышцы живота пресса, чтобы был вдох-выдох животом. При этом мы будем насыщать больше себя кислородом. При опущенных плечах, ровной спины. Обязательно должна быть ровная спина. Вы понимаете, Вячеслав, дело в том, что телезрители, вы подышали, вы почувствовали, что дышишь, и плечи для начала можно вот начать с 3-4 секунд, постепенно увеличивая интервал вдоха и интервал выдоха. Угу, с 3-4 секунд. Ну вот сколько должно быть выдохов и вдохов? 20 секунд в среднем должно быть вдох, это хорошее йоговское дыхание. И вдох, 20 то есть считать до 20, да? Вот, ну, надувая живот, считаешь до 20. Нет, вначале начинать с 3-4 секунд. А, с 3-4 секунд. Угу. То есть заметьте, как еще вот у людей стресс происходит, страх какой-то, как не хватает дыхания. Не хватает дыхания, да. Потому что мы спазмируемся. Что обычно? Мы сжимаем грудную клетку и не можем дышать. Если мы расслабимся, опустим плечи и будем дышать, это уже самое простое, то есть, что мы можем сделать. То есть, Вячеслав, я так полагаю, что можно даже эту технику дыхания использовать не только дома, но и где-то вот у тебя выдалась секундочка. На работе, да. Можно, не можно, а нужно это начинать делать утром и вечером, по 5 минут перед сном. То есть мы сейчас еще дойдем до другой техники. Это самое простое, с чего вы должны начать, дорогие телезрители. В чем суть? В том, что, смотрите, объем легких среднего человека около 3-4 литров. Объем должен быть больше. Для чего? Вследствие чего? То есть того, что гемоглобин, кислород, поглощаем воздух с кислородом. Да, кислород получается, кислород и воздух, да, мы поглощаем. Кислород – это и есть гемоглобин в нашем организме. А теперь заметьте, какие болезни ведут к снижению гемоглобина. Это ожирение, лишний вес. Поэтому те товарищи, которые хотят похудеть, хорошо себя чувствовать, должны дышать полной грудью, как делаем мы сейчас это. Дышать животом. Я бы даже сказала, дышать с полным животом, телезрители. Ясно? Не дышите полной грудью, а дышите полным животом. То есть в организме идут там определенные сложные процессы в крови, и если у человека очень снижен гемоглобин, это может вести как одна из версий того, что у человека ожирение, лишний вес. Поэтому, кто хочет похудеть, пожалуйста, начните правильно дышать. Ну вот посмотрите на Вячеслава, господа, и видите, человек умеет правильно дышать, и нет проблем с лишним человек весом. Человек умеет в первую очередь радоваться и принимать то, что есть в моей жизни, то есть радоваться той жизни, которую я имею, без иллюзий.
Вячеслав, вы знаете, жизнь, она настолько сложна, что разобраться в многообразиях и сложностях очень сложно. Получился такой каламбур, но тем не менее. Но люди склонны еще больше усложнять и без того сложную жизнь. А вы призываете людей не усложнять, а упрощать. Но упрощать ведь тоже нужно, нужны разумные пределы, правда? Не упрощать. Я предлагаю людям просто от того, что мы будем... Я же вот не зря сегодня затронул тему уныния и апатии. Заметьте, 90, очень много людей на самом деле находятся в этом состоянии. Они даже сами не замечают, что они в нем находятся. Когда человека спрашиваешь, там, как дела, то есть смотришь, на самом деле человек в полной печали, говорит, хорошо, или там ему... Он даже сам чаще всего не замечает этого. Поэтому я предлагаю, то есть смотрите, путем работы с телом, да, мы воздействуем на ум, вот дыхание. Мы сейчас, я покажу технику дыхания Капалабхати. То есть, если перевести, это огненное дыхание, вообще переводится правильно, это блестящий череп. Почему? Потому что суть в том, что прийти к умиротворению в мозгу, в уме. За счет чего это достигается? Куда идут оттоки энергии? Современный человек может одновременно делать что? Кушать, говорить по телефону, смотреть телевизор там, и еще куча всего другого. То есть человека рассеивается внимание. Это уже доказано учеными, это есть, ну, информация везде, что если у человека рассеяно внимание, соответственно, большой объем энергии он теряет. Человек утром просыпается, разбитый, у него нет сил, потому что сознание человека, оно не в нем. То есть он не находится в том моменте в жизни, в котором он находится, здесь и сейчас. Поэтому, то есть дыхание Капалабхати создается... Точка внимания, фокус внимания, район живота, пупка, то есть ты полностью сосредоточен на твое внимание на этом моменте, ты дышишь, и то есть постепенно, вследствие этого, твое сознание, внимание полностью приходит в тебя. И у тебя появляется энергия. Вячеслав, пожалуйста, давайте покажите нам технику дыхания, которая называется «блестящий череп», чтобы заблестели ваши черепушки. То есть, нет, вы тоже со мной вместе можете. Конечно, тут. Наша задача сесть максимально ровно. То есть, сели максимально ровно. То есть тут мягкая поверхность. Желательно сесть на твердую поверхность. Ну ничего, мы посидим. Руками отодвинуть ягодичные мышцы, сесть на седалищные кости, выровнять позвоночник. От поясницы до макушки, спина ровно. Плечи максимально опускаем вниз. Вытягиваем спину. Вытянули. Ладошку укладываем в район пупка живота. Найти еще живот будет. Да, живот, пупок наш найти. Что-то тут я нашла. Какой-то максимально звук. Расслабиться, это первое. Мы максимально должны расслабиться. Смотрите, мы делаем резкие активные выдохи через нос, животом. Акцент на выдохе. Вдох и резкий активный выдох. Я показываю. Носом, дышим носом. Резкий активный выдох и через нос. Можно начинать с одной минуты. Резко, активно. Нет, пробуйте. Что-то я не вдох, совсем... живот надувается. Надула. И выдох, втянули живот. Вдох, выдох. Вот видите, плечи поднимаются. Ужас. Телезрители, вот. Ужас. Если это делать в районе 2 минут, вы почувствуете очень классное состояние делать? Расслабления, головокружения. Может, гири положить, слушайте, чтобы они не поднимались. Заниматься йогой. Надо регулярные практики йоги, которые позволяют чему? Потому что наши плечи опустятся. Потому что мы ходим с поднятыми плечами. Практики йоги укрепляют там, суставы, связки, мышцы. А что не поднимаются эти плечи дурацкие? От неправильного строения мышечного корсета, суставов. Поэтому еще раз, Капалабхати. Сели ровно. Сели опустили ровно. Плечи. Опустили. Расслабились. Резкие активные выдохи через нос, животом. На вдохе мы не акцентируем внимание. Весь акцент на выдохе. Ладошка, чтобы контролировать этот процесс. И начали. Резко, активно. Можно медленнее начинать для начала, не спешить. Самое главное, вдох, живот надувается. Резко, активно, выдох животом. Выдох, выдох. Весь акцент на выдохе. Ну, я не знаю. Телезрители, успеваете за нами? Я надеюсь, что успеваете, потому и что... И еще, к добавлению к этому, хочу рассказать еще 2 варианта этого дыхания. Смотрите, у нас есть мужское, женское начало, инь-янь, да, там, светлое, темное. То есть, левая сторона тела, это отвечает там за женское начало, мужская за правое. Заметьте, мы просыпаемся всегда, чаще всего одна ноздря у нас более работает, чем другая, если это заметить. И в течение дня то же самое происходит. Одна ноздря более активна, другая пассивна. То есть, смотрите, если вы хотите активизировать процессы в организме, у вас не хватает энергии, тогда мы закрываем левую ноздрю и делаем резкие активные выдохи через нос правой ноздрёй.
И поверьте, вы будете полны сил и энергии, потому что правая часть тела активизирует все процессы. А именно левую затыкать? Да, закрыли левую ноздрю, да, и подышали полностью правой стороной части тела. Вот вам активное дыхание. И не нужны всякие там тоники, тонизирующие препараты, да, уменьшается количество потребления кофе в день. То есть захотелось выпить, подыши правой ноздрю? Ну, я не знаю, смотря что вы при этом хотите ощутить. То есть если мы закрываем ноздрю, дышим, то у нас появляется энергия более активно. Перед сном мы делаем противоположное действие. Мы закрываем левую, правую ноздрю и дышим левой частью это тела активно. Это перед сном, да? Ну, или если вы хотите расслабиться, чувствуете напряжение. То есть левая часть тела, она снижает процессы активации, раздражения в организме. И мы становимся более спокойны, более умиротворенны. Если у вас стресс какой-то, пожалуйста, закрыли правую ноздрю, активные резкие выдохи животом через нос. Вдох живот надувается, выдох живот сдувается. Подышали. Захотели расслабиться, дышим левой ноздрёй. Захотели восполнить, наоборот, наполниться энергией, дышим правой ноздрёй. Ну, это, в принципе, несложно, правда, дорогие телезрители? Поэтому вот простые техники, которые я показал, если их делать это регулярно, на самом техники. Деле, моя задача была просто донести до вас то, что вот дыхание, да, то есть, пожалуйста, через дыхание мы успокаиваемся, мы снимаем наши все эти напрягающие моменты, которые есть. То есть, пожалуйста, хотите уменьшать количество жизни, здоровье, красота уходит, когда мы пьем алкоголь, никотин и все остальное. И я понимаю людей, людям хочется расслабиться, поэтому люди ищут выход своим эмоциям, своим чувствам. Замещайте это чем-то другим, тем, чем замещаю я, например. Да, ну действительно. Купание, что... бег, йога и дыхание. Вячеслав, правильное дыхание. Есть еще у нас несколько минут. Я бы хотела все-таки, чтобы вы показали, ну, какое-нибудь еще упражнение, потому что это очень здорово, и каждое ваше упражнение – это просто кладезь красоты и, конечно же, здоровья, дорогие телезрители. Так, Вячеслав, готов уже. Хорошо, показать, смотрите, мы уже, вы уже в курсе там моих упражнений, поэтому просто совместим эти упражнения, да, с дыханием. Давайте. Теперь смотрите, вот мы делаем, да, встали в планку, тут же уже можно дышать. Вдох, живот надувается, выдох, живот сдувается, подтягиваем промежность, мышцы внутренней глубины и пупок к позвоночнику втягиваем. Вдох, живот надувается, выдох. Добавляем четвранга, выдох, активный выдох, да, втянули живот. Собака вверх, вдох, живот надувается. Морда, собака, морда вниз, выдох, втянули живот. Планка, вдох. Можно добавить вариации всякие. Собака, морда вниз, выдох, втянули живот. Собака, морда вверх, вдох. 20 раз. Выдох, втянули живот. Вдох. Самое главное, идет работа брюшных стенок брюшного пресса и улучшается работа моторика всего желудочно-кишечного тракта. Процессы дыхания. Можно вариацию другую. Морда вниз, выдох. Чатуранга, выдох. Собака, морда вниз, вдох. И так далее. Боковая планка. Все сводится к дыханию. Если мы правильно дышим, тогда мы не напрягаемся. Если мы не напрягаемся, тогда наше тело расслаблено. И вследствие этого мы не устаем. Наполняемся энергией. Выдох, вдох, выдох. Все на дыхании. Вдох, выдох. Вдох. Пожалуйста, вариации полно всяких. Постояли, планка на предплечье, укрепляем мышцы, тоже дыхание. Вдох, живот надуваете, выдох. Вдох, выдох. Поделали дельфинчика. Везде, заметьте, везде присутствует дыхание. Вдох, выдох, тянули живот. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Потрясающее совершенно упражнение, Вячеслав. Они просты, оденьте ботиночки, потому что не надо сидеть босичком. Я думаю, телезрители, вы заметили, что эти упражнения, они простые, но они очень и очень действенные. И вы понимаете, если ими заниматься, не лениться, ну хотя бы иногда, да, Вячеслав, или каждый день? Желательно практиковать, делать каждый день. Мы же кушаем 3 раза в день, чистим зубы каждый день и все остальное, купаемся каждый день. Поэтому заметьте, то есть суть в дыхании, в расслаблении. Когда мы ходим в тренажерный зал, прыгаем на фитнесе, мы напрягаемся, мы выходим, нам потом плохо, слабость. Когда мы правильно дышим, то есть дыхание это применимо везде.
Чем бы вы ни занимались, йогой той же, пробежками на улице, когда мы правильно дышим, наша диафрагма опускается, расширяются нижние ребра, и мы можем поглощать все больше кислорода. Больше кислорода, больше гемоглобина в нашем организме. Лучше наше самочувствие. Резкие активные выдохи капалабхати, пожалуйста, у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом, болят внутренние какие-то органы, селезенка, печень, это уже доказано, дыхание способствует расслаблению, уходят спазмы. То есть и орган начинает насыщаться кислородом, и не надо ходить тратить кучу денег на всякие там аптеки и так далее. Да, действительно, все намного проще. Вячеслав, спасибо вам большое, что вы пришли к нам, что вы действительно своим примером личным показываете, что красота и здоровье возможны, если ты правильно относишься к жизни. И главное, если ты правильно дышишь. Телезрители, я надеюсь, что вы сегодня во время нашего эфира чуть-чуть научились правильно дышать. Дышите глубже, и все у вас хорошо. Не только будет, но уже есть. У нас сьогодні в гостях був інструктор з йоги Вячеслав Каменєв. Це була розмова на тему. На все добре.